Всем здорово, 2 ядра, 3 гига. Мы продолжаем свое прохождение Обитель Зла. Я тут не помню уже, куда идти. У меня был перерыв, где-то неделю я не играл. Вот. Такие вот пироги. Короче, у меня есть что тут, пацаны, смотрите. У меня есть вот что. Щипцы, инструмент для резки цепи и других металлических предметов. Так? У меня, в принципе, есть щипцы, а я тут где-то на первом этаже видел эти. Получается, двери, блядь, с этими, с цепями. Так вот, сейчас нужно поискать, походить. Где же я это видел? Эту дверь. Так, это точно не тут. Это куда мы выйдем? А, ну это мой западный офис. Тут что у нас? Сейф. От сейфа я не знаю ничего. Тут. Запертая дверь, раз. Дверь с цепями. Вот где дверь с цепями. Окей. Тут, значит, нету. Это какая? Запертая тупо. А дверь с цепями, чтобы нам комната, в комнату записи. Здесь шлифовая дверь. Комнату записи. Это мне нужно зайти сюда. И выйти. Где-то мой друг еще ползает тут. Бля, как он быстро это. А чё так быстро летает этот? Подождите-ка. Если мы зайдем в настройки, я тут ставил... Замедление перекрестия, мы его отключим туда. Получается, потому что... Да нет. По идее. Давайте попробуем с таким замедлением. Выставим настолько. Как и было. Просто я не понимаю, что это такое, что это за настройка графики. Ну, не графики, это получается настройка, на что она влияет. Видите, я здесь не спешу. Так, короче, в принципе, мне по прямой и направо. Так, а здесь сейчас налево. Это якобы с цепями. Подожди. А, дверь с цепями не тут. Ты я не сюда зашел. Это мне надо развернуться. Получается, пойти сюда. А, я уже отсюда не вылезу. Все. Понятно, я же отсюда не вылезу. Надо выходить. Я больше так туда никуда не попаду. Здесь я забил окно. Это мне нужно выйти. И получать через приемную зайти. Получается, изначально туда пошли. Выйти вот и через приемную мне нужно зайти. Вот наша приемная. Окей. О, страшно-то как. По прямой. Сука, мать твою, нахуй.
А как мне нож забрать у него? Все? Который ему в голову вставил. Он сломал? Ублюдь. Что, бич, сука? Блять. Давай мы эту хуйню поставим. По крайней мере, они теперь сюда заползать ко мне не будут. Так. Эту же дверь я открыть не могу. А! Блять. Фу. Мне, короче, по прямой. Пиздюхать далеко еще. А! Сука, сколько вас тут? Что-то мне это не нравится, ребята. У нас жива еще, блядь. Да, блядь, пиздец. Да они везде тут окна попробивали. Но! Видите? Так. Так, использовать. Тут что у нас? О, детонатор нашли. Это детонатор. Все. Давай возьмем детонатор. Кап. Так, где мы находим? Тут есть зеленая трава. Вот она. Зеленую траву взяли. Что здесь еще есть? Есть еще, получается, доски. Еще что-то лежит. Световая граната. Одна штука. Выберите на экране снаряжение, выберите на экране снаряжение. Оглушает, шумляет врагов в зоне поражения. Взять на заготовку. Л1, Р2 можно применить для контратаки. Все, я понял. Так, куда нам идти? Слева запертая дверь.
О, открыли, блядь, было запертое стало. Ага, мы сразу, получается, выйдем сюда. Ага, все, я понял. А меня сейчас интересует вот это вот. Вот эта дверь. Комната записи, она довольно большая. Огромная просто. Ну что, два патрона есть? А, бля. Она комната чего? Червей, блядь, совсем. Я понял. Так, отлично, хорошо. Мы сейчас пойдем сюда. Так. Забежим через вот эту лабораторию, сохранимся. Мне нужно куда? Я же видел, где-то на втором этаже. Вот, на втором этаже. Дисковое отверстие для рукоятки вентиля, дисковый замок. Это не то. Домкрат не то. А, запертая дверь. Домкрат не то. Комната ожидания, сейф не то. Отверстие для рукоятки не то. Получается, на третьем этаже, да? Да, на третьем, наверное. Заминирование. Вот, мне на третий этаж, короче, нужно подниматься. Дисковый замок. Сейчас налево мне. Так. А почему налево? Нихуя не налево, развернуться надо. Направо получается, потом налево. Блядь, как я их боюсь. Кто это? Так, здесь есть машинка. Тут я ничего не оставлял. Порох есть. Блять, я один порох я там оставил. А, нет, это в этих ящиках все, получается, мои предметы хранятся. Какой бы я ящик ни спрятал, это будет тут находиться. Все ясно. Так, давай стандартный вот это вот. Нет, вот это перезапишем, да. Все, готово. Все, пойдем. Сейчас будет вау. Как я и говорил, блядь. Так, нам надо еще на третий, до третий этаж, чтобы нужно подняться. Правильно? Дисковый завод. Нам надо не сюда. Нам нужно вот сюда. Все. Идем по прямой. Как вот эти дисковые замки открывать, я не понимаю. Где мне, блядь, эту информацию найти? Приветственное письмо. Обучение. Полицейский участок. Тут никаких я не вижу этих. Идем направо. Так, потом идем по прямой и налево, и первая дверь слева. А тут, помните, кто-то бегал, блядь? Вот.
Вот, получается, мы пришли сюда. Тут уже трупаки валяют, мне кажется, они встанут. Все вот эти вот чуваки, они встанут. Вот, у нас есть, получается, детонатор. А, вот он. Использовать. Все. А тебя как взорвать, нахуй? Подожди. Изучить. Ага. Блять, батареек нету. Детонатор без батареи. И что теперь? Ну, давай его тут оставим, чтобы с собой не таскать, батарейки вставим. Это как зимние батарейки найти? Просто супер. Просто супер, блядь. А я теперь не знаю, где батарейки искать. Я вроде бы все везде оббегал. Сейчас мы еще раз тут все обсмотрим. Может, я что-то не увидел тут? Ну, по-моему, это все. Нету ни хрена тут. Ну. Да ну нету тут нихуя, блядь. Часы, трупы. Ха-а! Может, у него есть в кармане, блядь? Может, у него в кармане есть батарейки? Она как-то пугать, она, короче, я когда на него не смотрю, ничего не происходит. Начинаю на него пялиться, и обязательно что-то произойдет. Кукла странная, блядь. Ну вот, отсюда по батарейку мне достать. Ну, правильно. Почему она подсвечивает этот предмет, я не понимаю. Ах, так, ладно. Отсюда я пришел. Ну, нужно выходить, короче, искать батарейки. Я не знаю, короче, делать, блядь. Что тут еще мы можем? Здесь детонатор без батарейки. Давай выйдем в этот. Пойдем в дверь. Хули делать? Тут я совсем... Тут я... А, ну тут я не, якобы не пройду сюда. Давай... Ну, тут надо еще одну подвинуть, короче. Ну, чтобы в ту вон дверь попасть. Получается. Здесь ничего нету. Давай там поищу, похожу. Черт его знает. Якобы сдвигать можно. Куда сдвигать, если его мешает?
Может быть, я вот тут что-нибудь могу найти? Это уже я сдвинул, там нашел что-то, помните? Вот тут вот. Тут пока ничего не вижу, я. Давай эту сдвинем. Там под ней якобы валялось что-то. В темноте. Короче, все, не-не-не. Ничего нету. Давай. Давай сразу передвинем на свои места. Хочу тут использовать, блядь. Не могу. Не могу. Ладно, хорошо. Давай тут все внимательно смотрим туда. Надо, чтобы вот эти вот, смотри, он обосранный. Обосралась. Главное, чтобы они не проснулись. Может, тут что найдем? Так, здесь мы... А здесь мы ничего сделать не можем, правильно? А почему эта дверь заперта? Просто так заперта, вот. Я понял. Здесь я ничего не могу сделать. Куда я здесь хоть смотрю? А, это наверху тут все. Окей. Я тут все обшарю. Не, ну я ж тут ходил бы, она, мне кажется, рисовалась бы, что что-то, что что-то не заметил здесь. Ну, тут я был везде, все. Все. Я, блядь, не знаю, куда идти. Куда здесь мне идти, блядь? Открыто здесь, что у нас сейф. Отверстие для рукоятки. А почему я сюда вот не зашел? Давай развернемся и зайдем в комнату ожидания. Крекче, блядь. Тут может быть какая-то есть и это подсказка, где находить мне вообще, я не понимаю. Это якобы комната отдыха. Это получается 10. Как мне вот тут вот? Как здесь работает замок? Все. Галерея. Вот сюда вот мне нужно. Направо. Получается. Ай, блядь.
А, тут я не пройду, потому что здесь взорвано это. Вот в чем дело. Тут что не так? Вот, дверь с цепями, я смогу ее открыть. Вот она. Эту сможем открыть. Блядь. Что тут есть вообще? Восточный офис. Они сейчас двери разобьют нахуй. Так, давай смешаем. Трава плюс зеленая трава. А что она делает? Смесь двух трав восстанавливает умеренный объем здоровья. Нормально. Сука. Пролезли все-таки. Так, тут конечно не вижу. Блядь. Укусил нахуй, падла. Патроны. Ау! Блядь! Ебалина! Электрическая деталь. По-моему, это этот. Мне в дверь можно будет открыть с такой штукой. Пока дверь я открывать не буду. Сейчас мы посмотрим, что это здесь вообще есть. Порох. Давай возьмем. Так, мне еще можно куда сходить? Вон туда. Там встал, глянь. Они встают, блядь. Они встают, если их не завалить надо. Блядь. Блядь, все, пиздец, блядь. Все патроны потратил. Да ну его нафиг. О, вентиль нашли. Ай, блядь, бери, все, больше ничего взять не сможем. Желтый порох, давай смешаем. Патроны для чего это у нас? Для дробовика мы сделали. Вот, теперь у нас... Ух, надо выходить отсюда. А, у меня же плохое, у него этот. Ну, давай. Используем. И куда мы здесь выйдем? А, мы выйдем, грубо говоря, к этой, к предохранительному щитку. Так круто. Вот.
Мы сейчас используем. А, так отлично. Закрыть я пока не могу. Тут я везде все пробегал. Комната смотрителя, по-моему, только закрыта, а здесь что? Просто запертая дверь. Угу. Где-то мой друг. Лежит он живой, не? Ты живой тут еще, чувак? Still alive. Еще жив. Still alive. Вот такая вот неспешная, бля, игра. Так, что у меня есть? Давай проверим. Так. Болторез, по-моему, все уже. Я его использовал. Его даже можно выбросить. Болторез можно выбросить. Но мы его закинем сюда, потому что здесь очень много можно ячеек. Болторез. У меня что есть? У меня есть рубин. Для чего он? Я не знаю. И есть вот эта вот круглая ручка. Круглую ручку я знаю, куда можно вставить. Вот. Так. Мы сейчас сохранимся. Получается. Даже не буду сохраняться сейчас. Мы сейчас, я сейчас скажу, куда мы пойдем. Так. Сейф это не то. Пульт шкафчиков не то. Раковина фотолаборатории не то. Статуя богини не то. Мне нужно, короче, идти на второй этаж. Подниматься. Домкрат не то. Дисковый замок, отверстие для рукоятки вентиля. Вот сюда мне нужно. Давай я сохранюсь на всякий случай. Или в пизду не буду сохраняться. Так. Сейчас ты тут проснетесь, блядь. Мне нужно залезть наверх, короче. Да, и такой лабиринт, блядь, сделали. Ага. А мне не сюда надо. А мне, блядь, не сюда надо. Да ни хрена. Мне на второй этаж надо. А это, блядь, третий. Мне на второй этаж надо. Это не так. Ну. Блядь, запутался. Это не сюда. Куда тут, блядь, идти-то надо? Мне надо сюда зайти. Наверное, да. Thank you.
теперь нужно направо. Вот ты откуда, блядь, вылезла, ты ёбаная, ты, блядь, дура, нахуй. Все, блядь, спать. Так, нам... Ну что, не сохранился на свою голову, блядь, придурок? Сейчас буду получать, блядь. Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Где я вообще куда попал? Ух, я сейчас... Вон сидит чувак. Сидит, сейчас он дернется на меня. Я уже знаю, блядь. Так, здесь что, порох? Здесь нихуя. Так. А я могу взять порох. Давай возьму. Ну, я просто смотрю, чтобы у меня... Ну что, выходим? Продол большой. Патроны для дробовика. Это хорошо. Дробовик это очень... О, один станет, сейчас проснется полицейский. Ну, вот этот станет. Еще кто-то в окно залезть сможет. Так, куда здесь вообще идти? Получается, если я зайду... Прачечная, зона отдыха. А, я смогу открыть эту дверь. О, блядь. Что это за хуйня такая? Это про эти говорили, которые слепые здесь, по-моему. Не стрелять или нет в нее? Смотри, как она на звук реагирует. Давай в офис Стар зайдем. Блядь. Ай-яй-яй. Так, тут что-нибудь есть интересное? Есть какая-то хуйня вот. О, батарейку нашел. Все. Есть записки еще тут. Давай почитаю. А, все. Служебная записка. 9.15.7. Лист. Далее. 22 сентября 98 год. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел. Перемещен из офиса Старс в западный офис. Я понял, я знаю, где это. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Измените ее сразу после получения записки. Все, отлично. ПК есть тут?
Блять, чтоб тут сохранялка была, а? Было бы круто, нахуй. О! Красная трава. ПК есть. Патроны для дробовика есть. Это супер. Вот эта штука есть. Блять, мне уже тут не. Так, здесь ПК есть. ПК есть, монитор есть. Это прекрасно, все хорошо. Что это такое? Так, что тут, что у нас? Дротики, хуётики. Там он какой-то револьвер крутой лежит. Ладно, с этим понятно, а тут что? О, целая аптечка есть, да? Бля, так... А мне положить некуда. Давай с этим объединим. Сейчас эти объединим с этими. А что такое? О, ачивку дали. Борьба с вредителями. И патронов, блять, больше нету. Замечательно. Ну, высветила борьба с вредителями. Просто супер, нахуй. Все, у меня больше ничего взять не могу. Ну ладно. Пойдем пробовать открывать этот. А что я должен сюда вставить? Флешку, блядь? Диск у меня нету. Это аккаунт. Необходимо подтвердить профиль. Ставьте электронный ключ в USB-порт. У меня его нету. Все, я понял. Короче, наверное, чтобы открыть вот эту вот дверь и взять вон там крутой ствол, мне нужен ключ. Все это прекрасно. Дверь с электронным замком. ПК, Office Star. Тут якобы мы все... А как мне выйти? Я не выйду. Тут это, блядь, кобыла-то сидит. Вот, тут пистолет есть. Громовой ястреб. Три штуки, блядь. Как, что мне теперь делать-то? Пробовать ту штуку убить. Он меня съест нафиг. А ее уже нету, гляньте. Блять, по жестянке не пойду. Ой-ой-ой, мама. Падла, блядь. Так, куда забежать? В прачечную нам. Заперто, блядь. Открывай дверь, блядь, Леон, сука, ты придурок ебаный, блядь. Все прекрасно. Все
Все прекрасно, идем нормально, все прекрасно. Так, все взял. Красную траву взял, спрей взял. Все просто великолепно. Сейчас мы возьмем. Сейчас давай-ка мы, наверное, один спрей ставим. А траву трогать не буду. Вот. Все, теперь что у нас есть? У нас есть батарейка. Мы можем пойти сейчас взорвать эту, получается, там, дверь. Видите, появились новые враги. Они слепые, но они слышат очень хорошо. Так что все очень круто. Увидимся в следующей серии. Я постараюсь следующую серию в формате стрима сделать. Стримы запустить. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.